Показать примерно, насколько раз входит в эту баночку. Вот сейчас вы все это сами увидите. Здесь 50 миллилитров, как я и написала. Берем обязательно сухую ложечку. Сюда нельзя, чтобы попадала влага. И нам вот даже хватит вот столечка в чайной ложечке. Вот и примерно смотрите, насколько раз вам хватит. Здесь намного раз.